Доброго времени суток на канале Котельный доктор. Сегодня у нас на обзоре будет пациент марки Bosch. Bosch ли это или просто самогонный аппарат, это уже вопрос. До этого у нас был Bosch. Если ребята-мастера вы помните, это был аналог котла Junkers. Они очень были похожи. Те хорошие времена прошли, ребят. И теперь вот этот ужас предстоит перед нами. Все самое хорошее мы видим здесь. Это у нас Sigma 845, Grundfos 15x6. Это все нормальные запчасти, но не Bosch их производит. А вот все остальное, вот это, я не знаю, кто это делает. Может, это просто какие-то корейско-китайские ребята делают, а потом уже Bosch на это клеят. Но сделано здесь все крайне печально. Датчик протока у нас вот так вот мотыляется. Все это у нас вот так здесь мотыляется. Висит в подвешенном состоянии. Медные патрубки у нас не закреплены никакими клипсами. Они у нас вот так замечательно все это гуляет. Гуляет, гуляет. Я вам веду дальше, куда оно гуляет. Вот здесь у нас на теплообменниках длинные патрубки. Теплообменник из своей практики, говорю, легко протекает из водяного контура в отопительный. Даже не на скважине. А здесь у нас ситуация другая. Здесь у нас не просто скважина. А вот такая вот скважина. Видите, да? Это все соли выступившие. Поэтому такой котел здесь отходит, я думаю, не особо долго. Вот. Значит, далее извращение вот этого котла, скажем так. Извращение марки Bosch. Вот это вот кран подпитки. Увидели, да? Особенно у каждой домохозяйки, я думаю, есть вот такая звездочка, правильно? И вот талант и желание залезть вот туда между трубами рукой. И вот так вот кран подпитки открыть. Если, конечно, его случайно не отломать, потому что он вставлен опять же в патрубки из самогонного аппарата. Вот это вот трубочки, все это. Вон у нас в солях уже вот этот патрубок, видите? Все это сделано крайне ненадежно. Сдвоенная горелка, которую неудобно снимать. Ну ладно, может быть, мы обойдемся пылесосом, не будем пылесосить. Теплообменник далеко не самый надежный. Даже не буду тратить время вскрывать вам лицо вот эту вот крышечку по той простой причине, что я уже там все попылесосил, почистил, просто откручиваются вот эти барашки. Вот она достается вместе с теплозащитой на себя. Там ничего особенного нету. В две стороны у нас идет горелка, обычные электроды, сам теплообменник. Из 10 4 максимум я ему дам, это из битермиков. Значит, дальше датчик выхода угарных газопомещений. Дальше конструкция интереснейшая. Воздухоотводчик. Почему бы не засунуть его в самую задницу вот сюда? Ну ладно, это самая верхняя точка котла. Кто не знает, что он здесь находится, зачастую его просто не откручивают. Насос завоздушивается. Вот это вот у нас ниппет для расширительного бака. Крайний раз, когда я был на семинаре марки Bosch, мне рассказали такую бредятину. Ну, не знаю, не буду я повторяться, не хочу их ругать. Но у меня появилось ощущение, что Bosch совершенно как бы не заинтересован в сервисах для своего оборудования, поэтому и нанимает персонал на свои семинары непонятно какой, и сейчас делает оборудование непонятно какое. Теперь вернемся вообще к марке Bosch. Предыдущая серия котлов — это очень хорошие машины. Это у нас марка Junkers, та же самая, и также колоночки на запальнике. Именно маркировка у них WR10. Вот это колонки, если они португальского завода, это хорошие машины. Единственное, что у нас здесь довольно неплохая стоит плата. Вот, ну и вот эти два узла. Все остальное в этом котле довольно-таки ресурсное, ребят. Кто будет делать, очень аккуратно, с усилием, потому что все вот это мотыляется, висит, все это очень хлипкое. Ну, а за кран подпитки я вообще молчу. Это надо было просто, вот, не знаю, ночь думать, передумать. Не знаю, с какого будуна это надо было так сделать в самой заднице. В этом котле я сейчас чистил вот эту гибкую подводку, поскольку она забивается за год. И у нас не работает расширительный бак. Также у нас не работал манометр. Ну, здесь единственный плюс, что удобный сервисный вентиль, вот он сервисный кран, с которого сливается водичка, и удобный доступ до запчастей. Ну, вот такой вот отзыв у нас о котле Bosch. Никаких тут я не хочу рассказывать про него сверх особенностей. Этот котел просто этого на самом деле не стоит. И по сравнению с тем котлом, который был до этого, ребят, ну, вы меня, конечно, извините за мое субъективное мнение, но это позорище. Вот такой вот был у нас обзор на котел Bosch. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, и всем всего хорошего.